Одна девушка нашла гениальную схему заработка на Авито. Ее зовут Анастасия, и она выставила вот это объявление по продаже умного телевизора. Она его продает за 17 тысяч рублей. При этом, как мы видим, фотографии явно взяты с интернета, и, скорее всего, самого телевизора у нее нет в наличии. Но далее самое интересное. Если мы зайдем на сайт Мегамаркет, то этот же самый телевизор тут можно со скидкой 20% купить за 20 тысяч рублей. И бонусами нам с этой покупки вернут аж 50%, и это составит 10 тысяч рублей. То есть чистыми нам этот телевизор обойдется в 10 тысяч рублей. А на Авито мы его же продаем за 16 тысяч рублей, даже 17 тысяч. То есть зарабатываем 7 тысяч рублей чистыми на каждой продаже этого телевизора. И эти продажи можно делать каждый день. Это буквально деньги из воздуха. Все, что девушка сделала, это взяла фотографии с Мегамаркета и выставила их на Авито. И все. И теперь она просто ждет, пока у нее либо купят с доставкой, либо договорятся о личной встрече. И после этого она выкупает с Мегамаркета этот телевизор, здесь самовывоз или доставку в течение одного дня. И сразу же передает клиенту. На чем чистыми зарабатывает 7 тысяч рублей. Бро, это самые простые деньги, которые ты можешь заработать. Честно тебе говорю. И здесь абсолютно нет никаких вложений. То есть в товар не нужно вкладываться, в рекламу не нужно вкладываться, в продвижение не нужно вкладываться, не нужен свой сайт, не нужна офлайн-точка. Все, что вы делаете, это размещайте фотографии на Авито. Справится вообще любой человек, даже без опыта. И, кстати, на Авито данный телевизор написано, что это рыночная цена. То есть это означает, что покупатели будут охотно покупать данный телевизор, зная, что это рыночная цена и цену не завышают. Но мы-то на этом зарабатываем 7 тысяч рублей за счет бонусов с Мегамаркета. Ну, это совершенно просто, буквально деньги из воздуха. И пока есть такая возможность, обязательно ей пользуйтесь. Всем большого заработка.